Ну вот, день благодарения уже закончился. Сегодня черная пятница, и я сейчас в Баунтифуле. Это у нас такие декорации красивые. Уже все готовы к Новому году. Некоторые семьи делают настолько красивые декорации, огни зимой. Они буквально как город какой-то необычный. Вот там на другой улице еще видно больше огней. Вот огромный мишка Санта-Клаус. Там еще два. Это олени.